Новый пришел на данный водоем половить карасика на заросшем месте. Остатки у меня тоже самое. Красное тесто, черви и плавающее тесто. А в качестве прикормки все тот же жмых, размоченный с кукурузной мукой. Сегодня клюет намного лучше, чем в тот раз. Даже я успел поймать карася на красное тесто. Попробовал еще на одну удочку поставить кукурузу. Может, что-то попадется на нее. Опа. Клюнул на красное тесто. Вот такой вот. Смотрите, ребята, какой карась на червячка клюнул. Пока насаживал на наживку на другую удочку, вот такой карасище клюнул, хорошенький прям. Вплотную к камышу кинул, и там получше клюет. Ах ты ж! Подевал. Хороший улов. Какие усы? Хорошие, да? Ну, от этих остались. Да? А? Большой. Интересно. Ой, не. Поближе. У меня такой же сорвался. О, поймал. Вот, ребятки, на червячка клюнул. У меня вот такой же недавно сорвался. А хорошенький. Вот такой вот клюнул, хорошенький. Больше ладони прям. Красавец. Ой, тоже все запутал. Сегодня улов побольше и караси покрупнее. Самые крупные караси клевали возле кромки камыша вплотную. Я думаю, стоит сходить еще на это место, так как прям слышно и видно, как рыба в камышах шевелится. А карасив прям хорошенький.